Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. На связи снова Дровивка. Играем в проект Offroad. Продолжаем играть. Потратил все деньги, купил 3 автомобиля. Думал, блин, дохренища у меня денег. На самом деле там машины стоят по 350 тысяч остались. Но мы на них будем потом, ну, опять же, зарабатывать. Вот сейчас купил вот эту. Будем на ней сейчас пробовать кататься. Даже не знаю, что это такое. Наверное, это Ford. Мне кажется, что это Ford. Или Шевроле. Ну, будем считать, что это Шевроле. Так, ладно, ну и начнем. Тоже с первой. С первой по десятую. Все, понеслась. The sound to make it underground, the crowd, the mess.
Протестировали, так сказать, Шевроле этот. Очень прыгучий он, просто мам не горюй. Так он хорош, мощный, да. То есть и забирается быстро на все, и без каких-либо проблем мы прошли все трассы 10 первых. Ну, блин, очень прыгучий, надо его потом будет как-то понизить, наверное. Так, все, на этом тогда заканчиваем этот ролик. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока.